Привет, меня зовут Медян Алексей, и я присоединяюсь к флешмобу «Герой в каждом доме». Мой прадед Медяна Федор Петрович, 1899 года рождения, родился на территории Украинской ССР, Винницкая область, деревня Лукашовка. На самом деле информации не так много, но мы знаем, что он был призван на фронт весной 1944 года. Прадед Алексея воевал в 43-м стрелковом полку. Летом того же 44-го года он получил ранение, которое оказалось смертельным. Теперь историю Федора Петровича Медянова знают не только его потомки, но и тысячи интернет-пользователей. А все благодаря акции регионального отделения поискового движения России «Герой в каждом доме». Призываю всех поучаствовать в акции «Герой в каждом доме», снять коротенький ролик там, на фронтальную камеру, не пускай кто-то вас на мобильный телефон запишет, там, скажите там, в двух словах, что знаете о своем дедушке, публикуйте с этим хэштегом, вы увидите много людей, потому что это коснулось каждой семьи. Поисковый сезон традиционно начинается весной, но не в этом году. Пока перемещение по территории региона ограничено, представители движения проводят патриотические акции и работают в архивах. При этом одно напрямую связано с другим. Тем, кто хочет рассказать о своем герое, но не обладает достаточной информацией, поисковики готовы помочь совершенно бесплатно. Во всех социальных сетях, ВКонтакте, Инстаграм, Фейсбук, Одноклассники, пожалуйста, есть группа «Поисковое движение России» в Московской области. Заходите, там эти акции опубликованы, и там есть ссылка на онлайн-документ. То есть вы забиваете текстом информацию, какая у вас есть по вашему родственнику, вся эта информация поступает в единый центр по всей стране, а дальше там специалисты смотрят и раскидывают эти заявки по регионам. В 90% случаев поисковикам удается найти информацию. Они знают особенности военного учета и архивных документов. Многие даже обучались этому на семинарах. Специалисты отмечают, в самоизоляции люди стали чаще задумываться о своих предках. Еженедельно обрабатывают по 5-7 запросов. Радостно видеть, что люди, немножко посидев в самоизоляции, да, там, посмотрев какое-то количество сериалов, там, телевизор, прочитав какое-то количество книг, начинают задумываться о том, что вот, неплохо было бы вот эту историю знать. 9 мая близкая. А времени обычно не было, никогда не хватало, не доходили. Дай-ка я попробую. Начинает пробовать, у кого-то получается, у кого-то не очень получается, и обращается за помощью. Акция «Герой в каждом доме» проводится бессрочно, а чтобы стать ее участником, нужно разместить в социальных сетях ролик или фотографию с рассказом о фронтовике и обязательно завершить свой пост хэштегом «Герой в каждом доме». Евгения Августина, телекомпания «Одинцова».